Всем привет, любителям роллов! Сегодня я покажу очень вкусный и необычный рецепт. Вместо риса я беру крабовые палочки, разделяю на вот такие волокна. У меня крабовые палочки 200 грамм. Здесь нужно на этом ингредиенте не экономить. Это идет основа ролла. Если вы возьмете более бюджетные крабовые палочки, то по вкусу роллы получатся как крабовый салат. Это не подходит. Разделив на волокна, я прохожу несколько раз ножом. Пересыпаю это все в емкость, которая будет хорошо перемешиваться и удобно. Следующий ингредиент — это у меня такой крем-сыр. Он очень похож на Филадельфию. Только у меня это лосось там вместе с укропом. Чтобы это все хорошо склеить, понадобится 2 столовые ложки майонеза. Должна получиться вот такая масса. Если у вас она такая жиденькая немного и не держится все в одной ложке, то добавьте еще одну ложку крем-сыра. Для свежести ролла я нарезаю огурец. Теперь самое главное. Начинку из крабовых палочек я выкладываю на нори. Обратите внимание, что сверху нужно оставить 1 сантиметр приблизительно и снизу 2 сантиметра для начинки. По сторонам это не важно, мы потом будем все разравнивать. Итак, начинаю я снизу, выкладываю креветки, затем у меня идет огурец и кальмар. Вы можете брать любую начинку, которая вам понравится. Итак, я вверх просто вот такими движениями водой смачиваю. И теперь аккуратно сворачиваю, придавливаю небольшими вот такими движениями. Понемножку идем снизу вверх. Затем будем подравнивать края. С одной стороны это делаем все руками, с середины до края идем вот такими вот движениями, проталкиваем начинку. Вот и все, ролл получился. Теперь главное аккуратно нарезать. Ролл держится хорошо, не бойтесь резать. Если острые ножи, то это вообще супер. Аккуратно я прохожу, не спеша. Вот такие у меня получились красивые аккуратные кусочки. Я сверху еще решила добавить вот такую намазку из лосося. Окунаем это все в соевый соус и кушаем. Спасибо за просмотр. Всем пока!